Сейчас мы вам покажем, как работает наш новый порошок. Мы его только сейчас открыли. Он совсем другой по консистенции. Он вот такой гранулированный, видите? И очень приятно, нежно пахнет. Вот. Мы набрали стаканчик воды горячей. Добавляем туда зеленочки. Ну так, хорошо добавляем, чтобы он был насыщенный. Растворчик наш. И, конечно, мы добавим туда йод. Такую смесь очень сложно отстирать, вы все знаете. Поэтому будем смотреть, как наш порошок справляется. Именно новый. Очень хотелось посмотреть. Вот прям такая очень термоядерная смесь получилась. Мы ее размешали. Теперь разделим на два стаканчика. Одинаково. В один стаканчик мы добавим фосфатный порошок. Ну, в данном случае у нас Ариэль, который выпускается. Две ложечки. В другой добавим наш. Вот я беру вот столечко. И высыпаем. Посмотрите, что происходит. Он прям насыщенно кислородный. Будем мешать в унисон, да? Смотрите, какая красота. Я думаю, что можно было бы еще поменьше добавить. Вот, сейчас еще стаканчик заодно помою. Замечательно. Вот такая получилась красота. Девочки, он просто потрясающий. Такой красивой упаковки. Такой гранулированный. Просто такой шикарный. Заметили, сколько я положила порошка? Пользуйтесь экологически чистой продукцией от компании Faberlic. Забыла сказать, что он выпускается в Германии и разработан специально Faberlic с Германии. Эта упаковочка 800 грамм заменяет 3 килограмма. Всего хороших вам полезных покупок.